Здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Нам можно звонить по телефону 300-190 и задавать свои вопросы. Сегодня в студии для вас работаю я, Ирина Чекунова. А теперь представляю экспертов нашей сегодняшней программы. Итак, прошу любить и жаловать. Руслан Игоревич Балякин, начальник специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Тверской области. Руслан Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Евгений Иванович Оленев, старший государственный инспектор, руководитель группы технического надзора Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Тверской области. Евгений Иванович, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. И Анатолий Иванович Викторук, начальник аварийно-спасательной службы Тверской области. Анатолий Иванович, здравствуйте. Добрый день, Ирина. Начнем, я предлагаю начать с праздника, потому что у нас слишком тяжелый год. Праздников, сразу скажу, для всех мало, наверное, каждый с этим согласится, да? И здесь МЧС нам дарит этот праздник. 30 лет со дня образования службы. Почему нам дарит этот праздник? Ну вот я, например, убеждена, что как и народная милиция, так и МЧС – это народная служба. Потому что вы работаете для людей. Каждое ваше подразделение – это предотвращение, спасение, помощь. Это помощь каждому из нас, когда кто-то оказался в трудной ситуации. Это и вода, и воздух, и земля, это и пламя пожаров, и наводнения, и стихийные бедствия, и аварии рукотворные, это и ДТП, и трагические события на воде. А если заперта дверь, да, тоже вот, Анатолий Ильич, выезжаете тоже, вы спасатели, выезжают МЧС. Давайте все-таки начнем с того, с чего все началось. Анатолий Иванович, давайте с вас. Вы с какого года пришли в службу? Да, в 2009 году я закончил военную службу и перешел в аварийно-спасательную службу в должности начальника этой службы. Вот уже в этом году исполнилось 11 лет моей работы в этой должности. Это и трудное время, и в то же время очень интересное. И хочу отметить с удовлетворением, что считаю, что эта служба, наша аварийно-спасательная служба, она очень многим людям помогла. Здесь считать можно десятками, сотнями наших сограждан, которые проживают на территории Тверской области и за ее пределами, ведь мы участвовали в спасательных операциях, в том числе за пределами Тверской области. Вот. Но я хотел бы еще сказать, что моя служба, моя работа вот в службе спасения, она начиналась еще тогда, когда и МЧС не было. Вот, для многих, может быть, это покажется вот странным. Да, вот странным. Мы как раз перед эфиром обсуждали, а что же было до МЧС, кто помогал? Да, вот все хорошо помнят, ну, по крайней мере, люди старшего поколения, вот это вот страшное землетрясение в Армении, 1988 год. Я в это время был командиром разведывательной роты мотострелкового полка, который дислоцировался в городе Ленинакане, сейчас он называется Гюмри. И вот вся тяжесть этой трагедии легла на плечи военных. Это вы выезжали в первую очередь военные, да? Это воинские части? Да, значит, военные первые пришли на помощь. И мы не только, скажем так, занимались спасением, извлечением людей из-под завалов, но и их захоронением. Это очень такой трудный был процесс, потому что мало кто с этим сталкивался. Да ведь это же, этому же всему, вот, как бы это ни звучало со стороны, ведь даже чтобы достать человека из-под завала, этому же надо учиться. Да, вот вы как, вы учились в процессе вот этой трагической работы? Всему учились в процессе, и извлекать, и минута тишины, это все тоже было, кстати. Вот, и вот захоронение, всему этому учились по ходу. Надо сказать, что не только вот занимались этим, но и оказывали помощь людям. Все же оказались в сложной ситуации. Кормили. Были развернуты в первые же сутки пункты обогрева. Это была зима, это был холод, страшная Армения. Значит, не зря говорят, там, сибирская зима.
Вот. Поэтому были развернуты пункты обогрева, пункты питания. И на первых порах, вот первые 2-3 недели, люди приходили к нам на территорию воинской части, и мы их всех обеспечивали питанием горячим. Первое, второе блюдо, борщ, суп, значит, каша гречневая, все вот это вот все было. Вот. Анатолий Иванович, ну вот этот вот трагический опыт вашей биографии, он каким-то образом сказался на ваше дальнейшее решение прийти служить в МЧС? Вы знаете, когда я заканчивал военную службу, и у меня передо мной стал выбор, чем дальше заниматься, ведь я еще был полон сил, как бы, и энергии, хотелось еще как бы поработать. И когда вот эти предложения встали передо мной, я однозначно сделал выбор в пользу службы спасения, потому что я понимал, что вспомнил вот этот опыт свой, вот, я понимал, что эта работа, она действительно направлена на благо граждан, ведь у меня во время спасательной службы работают не только спасатели, но и кинологи, водолазы, специалисты взрывотехники, то есть вот... Это действительно очень обширная служба, да, вот мы о вашей работе поговорим чуточку попозже. Евгений Иванович, ваш путь, он тоже каким-то образом связан с армией, что вы пришли в МЧС? И именно вода, почему? Да, у меня тоже, я, в общем-то, с 14 лет в армии, Суворовской закончил, прослужил в войсках ПВО, в 93-м году уволился, вот, и некоторое время вся служба прошла во Владивостоке, и некоторое время после окончания службы тоже жил, работал во Владивостоке. Владивосток – это город морской, и хочу сказать, там редко встретишь семью, где кто-то бы не погиб, не утонул. Вот вы знаете, когда я первый раз попала на Байкал, то же самое, вот мы в походом ходили туда, и мне показали кладбище. Это дальний край нашей земли, это там Восточная Саяна. И мне сказали, что нет ни одной могилы, кого бы не забрал Байкал. Вот это вот характерно. Ни одной семьи. Ни одной семьи. Да, это тот также вот и лично у меня в семье отец, мне когда 4 года было, у меня отец тоже утонул, погиб вот на море. Ну, в военной организации работал. Вот. И моя вся жизнь, в общем-то, связана с водой. И когда у меня сын поступил в академию ПВО нашу, вот, мы с семьей переехали сюда. И первым делом я попытался вот устроиться. Пришел к Николаю Викторовичу Горелику, попросился. И он, в общем-то, пошел навстречу, взял. Но тогда только-только начиналась служба. Тогда катера, моторы были там, «Нептуны», если кто знает такие, вот сейчас и не встретишь, «Вихрь». Стационарные двигатели были от ГАЗ-53, такие там восьмицилиндровые. И вот мы по локоть там, по плечи в мазуте, ремонт катеров, на субботу-воскресенье выход. Ну, только-только начиналось. Конечно, какая сейчас техника у нас находится на вооружении. Давайте, да. Я предлагаю вам, Евгений Иванович, попозже, после перерыва на рекламу, и потом продолжим. Уважаемые друзья, не переключайтесь. 300-190, звоните. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире программа «Тема дня». Звоните нам 300-190, задавайте свои вопросы. Сегодня наша программа посвящена юбилейному году для МЧС России. 30 лет со дня образования. И вот у меня люди, возможно, разных поколений, но те, у кого вся жизнь связана с этой структурой. Мы до перерыва говорили с Евгением Ивановичем Оленевым. Евгений Иванович представляет у нас ГИМС, да, Главного управления МЧС России, да, по Тверской области. И вы говорили до перерыва, какая была техника, когда вы начинались. Можно сказать, что никакой, но все-таки техника была. Но это как вот старые автомобили 30-летней давности и то, что мы имеем сейчас. Да все это движется вперед такими гигантскими шагами. Что сейчас? Да, конечно. Вот я, возвращаясь к сказанному, хочу сказать, что поставлена техника, особенно вот в первое время, когда мы перешли в МЧС, ГИМС, поставка техники шла очень хорошими темпами. Нам были поставлены современные катера, суда на воздушной подушке, снегоходы,
в данное время вот обновляется. Вот, у нас очень хороший катер, самый новый поступил. И ездили недавно, ну как, ранней осенью, на тестирование новой техники, которая планируется, опять же, поступать. Суперсовременная, наверное. Ведь да, главная задача — это спасти человека. Спасти человека, да. Вот. И мы и тестировали ее, и там было много замечаний, что техника хорошая, но она как бы там для рыбалки, для походов. А нам надо, чтобы она была специализирована. То есть делаем. И вот разработчики, они учитывали как раз вот эти вот моменты, которые мы говорили, там, сделать трапы, чтобы были там откидные, чтобы удобно было поднимать человека с воды. Вот вы, кстати, напомнили, перечислили на воздушные подушки. Ведь это же настолько удобно. Это и тонкий лед, да, когда невозможно, может, не другая техника. Конечно. Это межсезонье, это очень удобно. Тем более в свете климата последних лет, когда у нас декабрь практически год назад нету. Мы собирались, да, в этой студии и говорили о том, как лучше кататься на коньках и на лыжах, в результате снега нет. И практически весь год, всю прошлую зиму не было, ну, льда не было как такового. И в этом году вот первые несчастные случаи начали происходить, там льда еще нету, как люди выходят, непонятно. Это несмотря на то, что сколько раз мы постоянно предупреждаем. Да. Существует понятие безопасного льда, когда можно. Да, так, конечно. То есть вы предупреждаете, как это, любителей рыбалки, то же самое, что да, ребят, с сегодняшнего дня можно выходить на лед. Ну, мы не так предупреждаем, что с сегодняшнего дня, потому что, ну, у нас нет такой возможности, хотя говорим, что толщина льда должна быть не меньше 4-5 сантиметров для человека. 4-5 сантиметров, если меньше, не надо выходить. Он может и держать, и 3 сантиметра может держать лед, но по нему ходить нельзя. Идешь с буром, пробурил 6 сантиметров, прошел 30 метров, еще раз пробурил, промерил лед 4 сантиметра. Дальше уже, ну, 10-20 прошел метров, меньше, все, не надо дальше идти там, испытывать судьбу. Вот эти вот элементарные правила, это все знают. И мы, в общем-то, раздаем и памятки там, вот, на воздушной подушке, когда ходим, подходим, вот, где скопление рыбаков, и обходим, и раздаем памятки, объясняем. Все это есть, все это. Тем более, что вот скопление рыбаков, вы сказали, да, ведь один рыбак, как правило, в одиночестве-то не стоит. Это целая, конечно, команда, да, набирается. Да, да. Это такая нагрузка на лед, да, и тем более лунки, что могут все и провалиться. Это как мы перед весной всегда напоминаем, уважаемые друзья, будьте осторожны, льдина может отколоться. И каждый год одно и то же, да? Такое бывает. Вот, кстати, Евгений Иванович, вы вспомнили, какая техника была тогда, какая сейчас. Анатолий Иванович, давайте вернемся на несколько минут, опять же таки, к спасательной службе. Начиналось с каких-то специальных подразделений или те, которые сейчас есть? Вот вы перечислили... Все сферы нашей жизни касаются эти подразделения. Тогда тоже были они? Или все, ну, что-то прибавлялось? Спасатели были, кинологи были, взрывотехники были, но они как бы отдельно. Водолазы были созданы уже, отряд поисково-спасательных работ на водах уже был создан, когда появилась аварийно-спасательная служба. Вот в таком виде, в котором она сейчас существует и работает. Вот. Поэтому... Тогда было принято правильное решение, чтобы собрать всех этих специалистов в одной организации. Вот. И... Ну, время показало, что время это, показало, что это что было это оправданное решение. Оправданное решение, да? Да, все эти ребята, специалисты работают в одной службе. И, ну, жизнь показала, что это... было правильно сделано. И, кстати, Анатолий Иванович, вот эти вот водолазы, они входили в систему ГИМС. В системе ГИМС, когда я пришел, то есть была... начиналась водолазная служба там, ПМГ, да? Вот эти поисково-маневренные группы были. И туда входили водолазы, да. И когда поступали сообщения, ну, о несчастных случаях с людьми, вот мы выезжали, то есть сотрудники ГИМС и именно вот водолазы, которые позже перешли вот... Вот. Сейчас служба. Водолазный отряд у меня, как бы в нашей аварийно-спасательной службе, но мы очень тесно работаем с ГИМС. Практически все задачи, которые вот касаются темы воды, мы с ними работаем вместе. Очень плотно. Ну, я думаю, что вообще, наверное, по своей структуре все подразделения МЧС, они очень тесно связаны друг с другом, да? Потому что где-то что-то отрабатывается, и все на единую цель, на спасение человека.
Я могу сказать, что и с пожарными, и с пожарно-спасательной частью. Вот Руслан Игоревич. Вот как раз Анатолий Иванович так мостик перекинул своему коллеге, да? Я думаю, что мы всегда есть понимание, есть взаимодействие при выполнении задач как на земле, так и на воде. Руслан Игоревич, ваш путь в МЧС, он откуда проходил? С чего начинали? Начинал со школьных годов, скажем так. Напротив пожарной части располагался мой дом, откуда постоянно наблюдал за пожарно-спасательными нормативами. Как они спускаются по чулку с подъемника. Это видно было, да? Да, как раз у меня окна выходили на учебную башню, где они отрабатывали пожарно-спасательные нормативы. Подъем по штурмовой лестнице, по трехколенной лестнице. Прям душа сама рвалась туда. И так получилось, что Комиссаров Александр Владимирович, это заместитель начальника первой спасательной части в то время был, пришел к нам в школу и начал набирать сборную команды по пожарно-спасательному спорту среди Московского района. Вот, тут, да, пожарно-спасательный спорт. Все-таки он был долгие годы, да? Вот, как ребята приобщаются к этому? Да, начал отбирать особо активных ребят, физически сложных. Ну, попал в команду не с первого раза, скажу, на первых соревнованиях ничего не занял, но настолько стало обидно, что несколько месяцев занимался и не заполучил призового места, что поставил себе цель и уже через месяц попал в сборную юношескую по пожарно-прикладному спорту в Тверской области. Ага. Путь свой начал именно с этого. В 2002 году, после окончания школы, пришел на службу, куда меня приняли в первую же мою любимую пожарно-спасательную часть. Ну а дальше путь заочного обучения в нашем Ивановском институте, сейчас это Ивановская пожарно-спасательная академия, по окончанию присвоили офицерское звание, и пришлось линию свою перестраивать уже в руководящих составах подразделений. Вот смотрите, уважаемые друзья, да, как вот разные пути какие-то уже у нас, получается, Руслан Игоревич, это уже более молодое поколение, он пришел в МЧС уже со школьной скамьи, да, и все равно, как вот интересно, как вы думаете, вот сейчас, кстати, вот такой вид спорта, он пропагандируется среди молодежи? Ну, сейчас, конечно, пандемия, 2020 год, а вообще, чтобы привлечь? Конечно, это же легкая атлетика, прежде всего, это скоростные, выносливые качества развивают у молодежи, ну плюс заинтересованность, им этот спорт поможет в дальнейшем найти свою профессию, помочь в поступлении в наше ведомственное высшее учебное заведение. Вот, кстати, физическая форма пожарного, она важна для службы? Неотъемлемая часть, помимо ежеквартальных зачетов, которые сдают весь личный состав подразделения, независимо от пожарных или водителей, существуют нормативы, которые они сдают на дежурных сутках. И это и подтягивание, это и челночный бег, это и нормативы по пожарно-строевой подготовке с различным пожарно-техническим вооружением. Конечно, физическая форма очень важна. Не говоря же про то, что для того, чтобы спасти пострадавшего из огня, необходимы физически сложные люди. Помимо обмундирования, которое весит больше 40 килограмм вместе с рукавной линией, которую необходимо еще тоже проложить, все это дело намокает, увеличивается в массе. Нужно еще вытащить пострадавшего, это тоже еще масса большая. Это огромная физическая нагрузка. Так точно. А обмундирование, вот это вот такой вот вес, он был всегда или оно меняется периодически, как вот, как мы говорили о судах? Сейчас оно стало гораздо легче. То есть вот в весе, да? Так точно. В положительную сторону. Немного изменился вес дыхательных баллонов, которые были раньше металлические, сейчас стали металлокомпозитные. Плюс раньше использовались дыхательные аппараты на сжатом кислороде, а сейчас на сжатом воздухе. И это все вот эти изменения, они прошли, вы их увидели? То есть, да, с чего вы начинали? То есть, это тоже на ваших глазах? Практически, да. Анатолий Иванович, насколько физическая нагрузка, вот мы сейчас говорили с Русланом Игоревичем, что она важна для пожарного, нужна для спасателя? И есть ли у вас тоже сдача этих нормативов? Я согласен полностью с Русланом Игоревичем, потому что спасатели, они в какой-то степени
должны быть подготовлены, может быть, на голову лучше, чем пожарные. Мы к этому стремимся. У нас тоже есть нормативы, те же, что и что у пожарных. Мы по ним тоже, спасатели сдают зачеты. Вот. К сожалению, сейчас вот почему-то отменили вот эти вот соревнования по пятиборью, которые раньше проводились. МЧС России проводила их раз в два года. Что туда входит, какие виды спорта пятиборья? Это очень серьезные там соревнования. Там пятиборье, пять видов. Но там, там и вода, там и ДТП. Там Это все ситуации, с которыми приходится сталкиваться. Да, да. Это интересные такие были соревнования. И мы готовили команду под эти соревнования. Постоянно участвовали. В разные годы занимали разные места. Ну, потому что там серьезный уровень этих соревнований. Вот. Но попадали всегда, в первую десятку попадали. Поэтому это говорит о высоком уровне физической подготовки, профессиональной подготовки наших спасателей. Если кто-то не сдает какой-то зачет, предлагают подтянуться, дают какой-то испытательный срок или как? Или можно даже лишиться места в отряде? Бывает такое? Сплошь и рядом. Зачеты практически, конечно же, все сдают, то есть оценки там удовлетворительно нас не устраивают, это либо хорошо, либо отлично. Если человек с первого раза не сдал, ему дается время на переподготовку, но каждый понимает, что может остаться без своего рабочего места благодаря, скажем так, может быть, лени какой-то. Ну и все исправляются. Случаев увольнения за это пока не было. Пока не было. Евгений Иванович, для ГИМС тоже характерна физическая форма? Конечно, конечно. Это, ну, как вот товарищи сказали, это неотъемлемая, ну, физическая форма, это неотъемлемая часть работы в органах МЧС. Потому что ситуации всевозможные бывают. Если мы ГИМС, это не значит, что мы только на воде. Вот, знает, был, когда в 2014 году, да? Наводнение на Дальнем Востоке, и наша команда была в Комсомольске-на-Амуре. Вот я, в частности, там был, от ГИМСа нас было несколько человек. То есть у вас такой сборный отряд, да, формировался? Сборный отряд от Тверской области, да, 15 человек нас там было. И вот, ребята, я хочу сказать, никто не контролировал, мы там и мешки таскали, там так наработаешься. И все равно свободная минута, я вот с наших спасателей, ну и мы к ним подтягивались. Идут, рядом школа была, спортивный этот городок, подтягивание, уголок держать, пресс качать. То есть, это, наверное, уже так, это уже как вот, зубы почистить. Это, утра, понимаете, да? Это просто у меня глаза на лоб полезли, что там мешков натаскаешься, вот это вот дамбы строили, там укрепляли, когда, ну, техника днем не работала, днем работала, а ночью нет. И вот там прорыв, подъем, ну, дежурные там ходят, два человека, вот, и по рации, в таком-то участке прорыв. Остальные вскакивают, бежим, и уже мешки заготовлены днем, то есть днем готовим, ночью, если прорыв, их укладываем на месте прорыва. И после этого поспали, встают там в свободное время и пошли заниматься. Вот это вот реально, ребята просто спасатели настолько были вот, увлечены, и, причем и в возрасте, вот, да, Степан был этот... Степан Андреевич Моисеенко. Степан Андреевич Моисеенко, да, вот он постарше меня, но фору давал любому. Ну, кстати, здесь возраст имеет значение. Я знаю, что у вас в отряде специальных взрывных работ все довольно-таки очень опытные люди, и лучше их, наверное, никто не знает это дело. Это правда. Я могу больше сказать, что и в отряде поисковых и аварийно-спасательных работ у меня есть возрастные спасатели, в отношении которых у меня, по крайней мере, на сегодняшний день нет, ни рука не поднимется сказать, что он не соответствует занимаемой должности. Что это уже пенсионер. Да, да, да. Да. Хотя у них возраст уже такой серьезный. Вот. Но они по-прежнему выполняют вот те нормативы по физической подготовке, которые прописаны в сборнике. Значит, и подтягиваются, и бегут. И если надо, через окошко залезут в форточку, чтобы проникнуть в квартиру, не сломав дверь. Вот. Ну, а уж говорить про специалистов-взрывотехников, это отдельная, скажем так, наша категория специалистов. Это такая ювелирная работа. Сколько раз я вот с ними выезжал, это просто можно книги писать. Да, они тоже все военные пенсионеры, все военные пенсионеры. Понятно, что возраст уже у них такой солидный, но это специалисты, которых мы
просто, как, извините, как можно сравнить, так штучный товар, извините. Да, да, вот, да. К людям это не очень-то подходит, но мы относимся к ним с большим уважением, пиететом, мы их, скажем так, бережем, потому что у них огромные знания и еще больше опыт работы. Руслан Игоревич, я часто выезжаю на пожары в силу специфики своей работы и смотрю, иной раз поражаюсь, как не страшно-то, ребята, тут какие качества нужны. Молодые в основном люди работают пожарными. Ты выезжаешь, как вот неизвестно, с чем ты столкнешься. Правильно говорят, что каждый пожар – это новая боевая задача. Поэтому и называется у нас одежда боевая, а проверка также – боевая проверка дыхательного аппарата перед включением. Не существует двух одинаковых пожаров. Не бывает двух одинаковых пострадавших. Страх никуда не уходит. Он есть, просто немножко притупляется. Опыт. Старое поколение, поколение опытное, передает более молодым сотрудникам все те навыки, которые они получили за время службы. Только так. Как первый раз, вот для меня все время секрет, это вот первый раз как в бою, как ты должен выйти из окопа, как ты должен первый раз сделать шаг в сторону огня? Для этого существуют руководящие должности внутри караула, это и командиры отделений, помощники начальников караула, начальники караулов, которые ведут за собой менее опытных сотрудников. Как впереди на боевом коне, да, как раньше говорили, да. Чапаев, да, командир? Так точно. И люди поднимаются, вообще тут дух нужен, важен, да? Важно переломить первый шаг вот этот. Очень важно. Потому что после окончания учебного пункта, где они, в принципе, первый раз сталкиваются с огнем в учебных рамках, действительно они проходят через огонь, через какие-то препятствия, учатся передвигаться ползком, поиску пострадавших. После этого как раз начинается практика боевая. И вот тут как раз главное взять все в свои руки. Ежовые рукавицы. Ведь все может быть. Ведь очень часто обвалы, эти огненные обвалы. Неизвестно, есть там газовый баллон или нет. Неизвестно, есть ли там какие-то взрывоопасные предметы. Да? Как вот вы правильно сравнили, это бой. Да? Были ли случаи вот у вас в вашей практике спасения людей, когда люди могли реально погибнуть в огне? На память недавний случай 2019 года на улице 2 Серова, недалеко от нашего подразделения, было возгорание на третьем этаже четырехэтажного дома. По прибытию было видно из окна сильное задымление. Открытого возгорания в тот момент пока не наблюдалось снаружи. Приняли решение включиться дыхательные аппараты с заместителем начальника части и с начальником караула сформировали звено газовой защитной службы, скрыли дверную конструкцию и прямо почти практически около двери нашли пострадавшего мужчину. То есть он пытался выбраться, он, да? Он пытался выбраться к двери, но не смог, потерял сознание. Какое время он пролежал, конечно же, неизвестно, но признаки жизни подавал, пытался вдохнуть воздух. Схватили его на руки, спустили вниз. Пессимистичные прогнозы были, в том числе и у прибывшей скорой помощи. Но реанимацию продолжали делать. Сердечную, непрямой массаж сердца и искусственное дыхание до момента, пока не услышали первый вздох. Как только он вдохнул, одели ему кислородную маску и передали бригаде скорой помощи. Вот такой случай. Вот вы рассказали уже, наверное, каждая служба, уважаемые друзья, вас имеет владеет необходимыми навыками медицинскими, да? Это оказание первой помощи, пока не подоспеет специалист, да? Первая доврачебная помощь. Первая доврачебная помощь. Я знаю, что сейчас и сотрудники ГИБДД, которые вот вместе с вашими ребятами, Анатолий Иванович, да, выезжают на место ДТП, они тоже могут оказывать эту помощь, имеют на это право. Ну, доврачебную, да, медицинскую помощь должны уметь оказывать все, и спасатели, и, я так понимаю, сотрудники ГИБДД. Вот. Более того, у нас в поисково-спасательной группе, в дежурной смене, в расчете есть врач-специалист. То есть даже не фельдшер, а врач-специалист, который имеет высшее образование медицинское, и он знает, как поступить в той или иной ситуации, как порядок оказания этой первой доврачебной медицинской помощи. Вот, Руслан, вы, рассказывая вот об этом конкретном пожаре, сказали, что человек просто не успел добраться до спасительного глотка воздуха. Это все очень быстро происходит. Вот когда мы говорим «будьте внимательны с огнем»,
будьте предельно осторожны. Ведь это же счет идет иной раз на секунды. Это не только пламя, это угарный газ. Прежде всего, люди погибают не сгорая, а именно задыхаясь. Они теряют сознание и просто мозг отключается. Достаточно 2-3 глотков данного газа, а у нас сейчас, как вы знаете, не существует практически натуральных поверхностей в отделочных материалах. Это практически все синтетика, сравнивая пожары 19 века, 20-го, 21-го, в котором мы живем. Это разные пожары. Мы перешли абсолютно на новый уровень возгораний. Квартира выгорает за несколько минут. С учетом специфики той синтетики, которая используется именно для отделки. Существует даже в наших научно-исследовательских институтах сравнение этих пожаров. Если раньше возгорание по одной комнате могло составлять час, то сейчас это несколько минут. На воде также опасно, Евгений Иванович? Вот мы говорим о счет на секунды. Ну, на воде тоже, конечно, может быть не на секунды, какое-то время. Но здесь есть такая специфика, что не всегда рядом с потерпевшим находится судно или сотрудники ГИМС. Далеко не всегда. Далеко не всегда. Поэтому мы вот во время патрулирования, во время там бесед с людьми раздаем не только телефон службы спасения, который все знают, но раздаем свои личные телефоны. Вот. И звоните в любое время, там, суток, дня, ночи, неважно. Ну, почему? Вот летом, вот в этом году мне, ну, по ночам раза три, наверное, звонили, что то лодка врезалась в какой-то берег. Встаешь, берешь катер и летишь туда. Года три назад был случай, прошли на воздушной подушке, ну, патрулирование. Тут же звонок, ну, проходит там, ну, идем, звонок. Евгений Иванович, вы прошли на подушке? Да, мы в районе базы Верхневолжской, мужик лежит на льду, мы боимся подойти, тонкий лед. Он провалился, и руками и ногами, вот, как в форме звезды, вот он так лежит на воде, вот, ногами ну, зацепился. Хорошо, мы были рядом. Вот развернулись, и буквально через минуту-две мы оказались на месте, спасли, ну, приезжий со Средней Азии, там, угу. Вышел на лед, вот, провалился. Льда еще не знал, наверное, первый лед, может быть. Да, уже последний лед, это было весной. Но дело в том, что и рыбаки там были, и боятся подойти, веревок нету вот у людей. Хотя мы говорим, всех предупреждаем, нетрудно положить с собой, там, ну, 20-метровый хотя бы конец. Вот сейчас вы буквально предвосхитили мой вопрос относительно того, вот мы рассказываем такие трагические случаи. Ваш совет, что делать, чтобы не попасть в такую ситуацию? Вот ну, на том же льду сейчас зима. Как я уже говорил, во-первых, не зная, какой лед, нечего ходить. Не выходить. Не выходить, да. Когда лед устоялся, вот морозы прошли, люди идут не просто так, рыбаки, идут с буром. Пробурил, прошел, говорю, какое-то расстояние, там 100 метров, пробурил, нормальный лед, иди дальше. Еще там 30-50 метров прошел, пробурил, уже смотришь, там 4-5 сантиметров, уже, значит, где-то все. Ну там и дальше вот, то есть проверяй, как начинает там 3 сантиметра, уже дальше нельзя ходить, не надо, остановись. Детей, опять же, когда отпускают родители там, на саночках кататься, у рек крутые берега всегда. Значит, и дети там любят кататься. Ну, сходи ты с ними, посмотри, куда они выкатываются, угу. Какой там лед на этой реке. Тонкий лед, значит, нечего там кататься. То есть это обычные такие вещи. И последнее, вот мы всем рыбакам говорим, нетрудно с собой положить веревку какую-то. Хотя бы метров 20, там, 25-30, с каким-нибудь тяжелым, ну, там, мешочек песка, наконец, веревки привязать. С тем, чтобы, если кто-то рядом провалился, чтобы были подручные средства. Потому что подходить тоже опасно, можно тоже провалиться. Кинул уже, и вдвоем-троем вытащите уже на крепкий лед человека. Вот. У каждого рыбака должны быть когти, которые, ну, потому что, когда вот приходишь на помощь, люди пытаются выбраться, ногти у всех сорваны. Mm-hmm. И невозможно практически. А потом это же холодно, рука уже не может. Ну, холодно это одно, там холод не замечаешь, когда вот такая ситуация. А когти продаются, они недорогие, вот, к сожалению, не взял, как уже сказали. Да, да, но у нас Сергей показывал, да, Шлыков неоднократно в этой ситуации.
ими зацепился, и уже можно выкарабкаться на лед. Советы, Руслан, от вас. Есть шанс в пожаре уцелеть, каким-то образом помочь себе? Ну, чтобы не надышаться угарным газом, это мокрая тряпка и на лицо. Если чувствуете, что выбраться уже возможности нету, спасение может быть только в полу. Чем ниже уровень квартиры, чем ниже можете опуститься, точнее, тем больше шансов оттуда выхватить свежий воздух. А так попытаться эвакуироваться самостоятельно. В горящей квартире делать нечего. Самостоятельно тушить не рекомендую. Анатолий Иванович, вот подытоживая год, что называется, как вообще год, вот этот 20-й тяжелейший год прошел для спасателей? Чаще ли выезжали? И в основном куда? Да, действительно, год был тяжелый. Мы его проживаем, вот остались тут считанные какие-то дни. Сегодня можно уже подвести итоги. Если сравнивать, допустим, с прошлым 2019 годом, то цифры отличаются. Ну, не потому, что там кто-то, не знаю, там аварийно-спасательная служба, может быть, как-то приложила к этому какую-то руку. Нет, мы работаем по факту. Вот если говорить про ДТП, в 2019 году их было на этот период 24, в этом году их уже 37. Ого. Как это можно вот связать с пандемией? Вот с этим? Неизвестно. Никак, потому что, да, дальше. Это я говорю про те показатели, которые выросли. Вот различные происшествия. В прошлом году было 68, в этом году их 113. Опять же, как тут можно связывать с этой коронавирусом? И с учетом того, что многие люди, да, сколько мы сидели дома, изоляция была, несколько месяцев некоторые не выходили вообще, да, из дома. Хотя, как вот мы уже говорили, и внутри квартиры, и внутри дома может произойти что угодно. Ну, такая позиция, как вскрытие двери. В прошлом году было 41 случай, в этом году 65. Ого! Почему такой рост? Ну, может, потому что люди дома больше части находились, и там какие-то манипуляции. Ну, вот, кстати говоря, вот, может быть, многие не понимают, что такое вскрытие двери, ведь это же может быть, опять же таки, совершенно различная ситуация внутри этой квартиры, да? Человек не может выйти, или долго не открывает, или не может зайти, а там-то неизвестно чего. А там неизвестно что. Там может быть горящая газовая плита с какой-то кастрюлькой, там может быть ребенок, который лежит в детской кровати. И тут тоже уже действительно, вот как мы уже говорили, считанные секунды. И не всегда ведь дверь вскрывается, если есть возможность, проникается через окно, да? Конечно. Это можно и снизу, с земли, с использованием лестницы, стремянки, или же с верхних этажей, с использованием альпинистского снаряжения. Разные способы проникновения в квартиру. Конечно же, мы чаще всего стараются спасатели, чтобы не нанести материальный ущерб в квартире, потому что, но в то же время нельзя терять тут ни секунды, потому что мы не знаем, что там, что внутри. Но вы выезжаете на каждый такой тревожный звонок. Да, да, потому что, опять же, там могут быть и дети, и старики, которые тоже нуждаются в помощи. Очень часто, бывают случаи, когда вскрывают дверь, а там уже человек не живой, да. Вот. В таких случаях двери вскрываются в присутствии представителей полиции, значит, ЖКХ, там представители или там Выезжали мы с вашими ребятами, и еще почему-то мне припомнился случай, что случаи, опять-таки, бывают разные. Уже вскрыли дверь, соседка забеспокоилась, да, помните? И приходит, значит, ребята вскрывают дверь, все, там что-то страшное в квартире, и вдруг такая женщина из подъезда на этаж такая с авоськой, с продуктами магазин поднимается. Ходила. И говорит, а что это такое-то? Я на полчасика вышла в магазин, говорит, на часик там, да? Вот и соседка. Вдруг у меня уже дверь, а соседка забила тревогу, да. А женщина просто пошла в магазин. Тогда мы так хохотали, но это, слава богу, что все хорошо, да, закончилось. Я помню этот случай. Это вообще такой день у нас был тогда, да, выезд? День был такой богатый на путешествие. Это же еще и дикие животные, которые, да, выбегают. Вы тоже выезжаете? Тоже выезжаем, тоже. Несколько слов о кинологической службе очень хочется, да, чтобы вы сказали. Да, у нас кинологическая служба претерпела некоторые изменения, я имею в виду вот в кадровом составе.
произошли изменения. Но и тем не менее, это никак не повлияло на нашу работу. На прошлой неделе, буквально в период с 16 по 18 декабря, были проведены сертификационные испытания кинологических расчетов по специализации Минразвестная служба. Мы приглашали специалиста в качестве судьи из центра «Лидер». Вот, эти испытания прошли достаточно успешно, все наши кинологические расчеты, и в том числе был один кинологический расчет в составе волонтера-спасателя. Это мы впервые пригласили человека, который хочет. Это как Руслан с бытность наблюдал из окна, да, что да, творится да, в пожарной да, части. Да. И сейчас волонтерство приходит и к спасателям, получается, в МЧС? Да, да. Вот пришел, у него уже были навыки работы с собакой. Какое-то время предварительно он к нам подходил, мы ему объяснили, что, чего и как, рассказали. И, несмотря на то, что эти испытания, они достаточно жесткие, там условия и требования, он их прошел благодаря тому, что собака, эта собака, она уже была подготовлена спасателем-кинологом до этого, а вот она ему досталась как бы наследство, и мы планируем принять этого товарища на должность спасателя-кинолога уже в следующем году. Вот только хотел спросить, что есть шанс, да? Конечно. Кстати, Евгений Иванович, у вас тоже есть какие-то добровольные помощники общества спасения на водах? Я помню, было такое раньше. Ну, оно и сейчас есть. Освод Ильков Сергей Сергеевич руководит им тверским отделением. Да, они оказывают помощь, особенно вот в городе, в работе с детьми очень сильно оказывают они, вот юный спасатель, там юный осводовец. Вот. И кроме этого, есть институт внештатных инспекторов ГИМС. Вот. Проводим с ними работу. Я хочу сказать, нашему подразделению они оказывают, в общем-то, неоценимую помощь. Есть такие желающие жители нашего региона, которые и хотят, и могут помочь. Есть, да. И вот добавить Анатолию Ивановичу, например, я знаю, как если в лесу теряется человек, Это тоже наша проблема. Волонтеры здесь оказывают, я хочу сказать, очень большую согласен, помощь. Согласен, поддерживаю вас, Евгений, поддерживаю, потому что известно, что у нас есть в Тверской области поисковый отряд «Сова». Да, конечно, и были в этой студии ребята. Они очень активны, знаете, я всегда благодарен им за их работу. Мы работаем тоже вместе по поиску людей не только допустим, в населенных пунктах, но и в особенности это в лесных массивах, когда у нас ягодные и грибные сезоны наступают. Ой, да. Там работы хватает всем. Добровольный помощник, добровольный пожарный. Насколько это сейчас актуально? Вот, Руслан. Конечно, помощь вот именно тех, где, может быть, далеко бывают расположен населенный пункт, ехать в пожарной части далеко. Без добровольной пожарной охраны, без добровольной пожарной дружины, конечно, бы служба наша была намного бы тяжелее. Огромную помощь посильную они оказывают населению, участвуют в тушении пожаров также, получают обмундирование, технику, развиваются в полном составе. Ну, ребят, добровольцев тоже учат. Хватает, да? Тоже фактически учеба. Нужно же знать, как все делать. Также проходят они первоначальное обучение на учебных пунктах. Вот наша программа постепенно подошла к концу, она пошла несколько по своему сценарию. Мне бы хотелось, чтобы вы дали пожелания жителям нашего региона относительно новогодних праздников и вообще Нового года. Наверное, Руслан, может быть, начнем с вас, потому что это и петарды, это и хлопушки, это многие будут сидеть несколько дней дома, не выходить, это может быть и печи. Вот про квартиры современного плана вы рассказали, с чего еще нужно опасаться? Ну, конечно же, основными причинами возгорания остаются, это неосторожное обращение с огнем, нарушение требований безопасности пожарной, в том числе и шалости детей. Поэтому убедительная просьба следовать инструкциям при использовании пиротехнических средств. Покупать, наверное, их только в проверенных магазинах, специализированных. Да, не оставлять детей без присмотра, а получше все праздники провести с семьей дома с учетом пандемии, которая у нас с вами на дворе.
Конечно, было бы хорошо это провести на воздухе, на свежем, в лесу или еще где-то. Но тут у нас уже, да, это было бы здорово. Но здесь у нас уже переходим тогда к Евгению Ивановичу. Если вы выбрались на природу, чего опасаться еще раз? Чего ни в коем случае нельзя делать? Ну, пользуясь случаем, хочу поздравить всех жителей Тверской области с наступающим Новым годом. Пожелать всего самого лучшего, и чтобы ваши семьи обходили стороной несчастья, те несчастья в той плоскости, ну и все остальные, и в частности, о которых говорим мы. Что касается, конечно, здесь будет 10 дней выходных, люди, вот по опыту я знаю, да и сейчас, все частные дома, которые сдаются обычно, уже заняты задолго. То есть гостей из других регионов, из города, да, будет, будет смене, очень да. много. Да. И в эти дни, конечно, морозец вот, водоем исковал льдом. Очень много будет людей на льду. И на снегоходах будут кататься, и так гулять, и на лыжах. Друзья, не отпускайте детей одних прежде всего. Потому что, когда любой человек гибнет, обидно, и слезы наворачиваются. Но когда ребенок гибнет, это вдвойне страшно. Я от вас сразу мостик, 15 секунд остался. Анатолий Иванович, ваш совет как спасателю? Да, мы начинали нашу программу с того, что этот год особый. И 75 лет победы в Великой Отечественной войне, и 30 лет МЧС России, и 25 лет аварийно-спасательной службе. Поэтому я полностью поддерживаю наших коллег. И еще раз хотел бы сделать акцент на как жестком контроле за детьми, первое. И второе, употребление спиртных напитков, это бич, это 90% всех трагедий, которые происходят на воде, да и на земле, в лесу, когда люди идут отдыхать семьями, компании, случается по этой причине. Уважаемые друзья, спасибо вам за вашу службу. Великое дело вы делаете для каждого жителя региона. С праздником вас, с вашим профессиональным. И с Новым годом, пусть год будет, уйдет плохой, да? Придет только хороший. И давайте все-таки напомним девиз МЧС: предотвращение, спасение, помощь. Пусть будет главный акцент на предотвращение. Пусть не случится такой ситуации, когда надо будет спасать, да, и помогать. Спасибо, всего доброго. До свидания. Спасибо, до свидания.